Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раниці. Гомельська область Білорусі і Оренбургська область Російської Федерації мають намір створити народний комбайн – машину з високими витворчими показчиками з конкурентно здольною ціною. Така заява прогучала по виниках зустрічі делегації. А в чим ще йшла розмова і які проєкти можуть бути реалізовані у рамках міжрегіонального співпрацівництва, ведає Олег Сенцеров. Делегацию Оренбургской области у Гомеля примали в палаце Румянцевых-Паскевичев у зале урочистых приемов. Только по этом факте можно мерковать об тем значении, какое тут надают визиту россиян. У версии минулого года помеж регионами было подписано погоднение об усебаковом супрацовництве. Зараз надошел час вызначить конкретные накерунки взаимовыгодных контактов. Об сфере взаимных интересов можно мерковать по складе делегации гомельчан. На перемовы запросили керовников мясомолочной компании «Спартака», а так само акционерного товариства «Гомель Агрокомплект», якое займається вытворчестве обсталевания для живелогадовчего комплексу и перепрацовчей галины. Увогуле, план конкретных мероприемств до погоднения по супрацовництве у гандлево-экономичной, науково-технической, гуманитарной и культурной сферах был подписан у листопаде минулого года. Але это не значит, что документ не будет удокладняться. Подчас встречи у Гомеле баке огучили планы по совместном створении так званого народного и бюджетного комбайна. Стараемся создать комбайн и другие виды продукции, которые были намного дешевле то, что мы сегодня имеем. И, конечно, вы видите, какая сегодня большая конкуренция между производствами, и выиграет тот, кто будет иметь более дешевую продукцию и не теряя качество. Сегодня в правительстве Российской Федерации, значит, обсуждается вопрос, значит, о том, как включить в нашу российскую программу продукцию «Гомсельмаша». И руководство «Гомсельмаша» было у нас в области, мы встречались, тоже договорились о том, что мы приедем сюда и продолжим вот эту работу. Сегодня Гомельская область вельми зацікавлена у поширении экономического сотрудничества с Оренбургским регионом. По выниках минулого года взаимный товарооборот склал 170 миллионов долларов, але амаль 168 миллионов из них наш импорт, в основном нафта и нафтопродукты. Хоть только экономика и контакты областей не обмежуются, что подтверждает включение в программу визиту Республиканского науково-практичного центра радиационной медицины и экологии человека. Оренбургская область не потерпела непосредственно от Чернобыльской катастрофы, але после ядерных испытывал 1954 года, которые были проведены на Тоском полигоне. Онкологичное захворывание сирот местовых жихаров стали нередкой заявой, а тому и наши чернобыльские проблемы тут не воспринимаются чужие. Поверьте, мы вместе с вами были, есть и будем до тех пор, пока не сделаем все для того, чтобы и не поможем тем людям, которые вот там пострадали. Я бы так сказал, можно много говорить, мы все понимаем, о чем мы говорим. Мы все понимаем, что этим людям и территориям, которые пострадали, надо помогать. Олег Сенцеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля активно развивается долевое будовництво жилья. Летось у городе над Сожем з'явилось 10 новых шматповерховок. Это один из показчиков социально-экономичного развития региона, який у минулым годе отрымалося выконать. Кольки шматповерховых домов з'явится у областным центре сёлета и по каким коште будут продавать кватеры? У репортажи Марины Северьяновой. У минулым годе долевым способом набытия уластной кватеры скористались свыше 1000 человек. Темпы по объему забудовли гомельских микрорайонов все лето снизятся незначно. Усе будовничие пляцовки вызначены, на некоторых активно ведутся работы. Например, у новой будовли по улице Барыкина усе кватеры уже размеркованы. У мая почнется прием заяв у шматповерховку побач. Людей привабливая худкий процесс будовництва и, зразумело, адекватный кошт квадратного метра. Мы сейчас предлагаем, скажем так, в трех ценах категориях жилье. Первое жилье – это жилье для нуждающихся, коммерческое, прежде всего, жилье для нуждающихся. Определили на этот год преимущественно район застройки 94-96. Вот там будут эти дома расположены. И с учетом той себестоимости, которая на сегодня есть, мы где-то выходим на 6,5 миллионов рублей для нуждающихся. Это дома с ограниченной прибылью, с 5% ограниченной прибылью для нуждающихся, улучшение жилищных условий. Следующий сегмент, он, как скажем так, более для среднего класса.
Вот, он идет в районе 10 миллионов рублей. Это где-то, ну, допустим, застройка по улице Барыкина мы начинаем. Возможно, объекты по улице Докутовича сейчас у нас начинаются. Полностью от улицы Красная до Кирова. Мы будем сносить частный сектор и садить там дома. Там уже цена от 10 до 11 миллионов рублей. Вот такая цена. Ну, она более близкая к центру, более удобное транспортное сообщение и так далее. Ну, и есть какие-то элитные у нас точечные объекты, которые мы садим, может быть, это в перспективе парковые зоны или так далее. Вот там цена, ну, мы планируем пока в районе $1000. Как и ранее, самый высокий попыт на более штанное жилье. Але на сегодняшний день будуется его меньше, чем готовы купить люди. С уликом валютных ваганий у долларовом эквиваленте цена снизилась, тому и попыт вырос. 5 лет тому у Гомеле назирался соправдный бум. Тогда побудовали амаль 240 тысяч метров жилья. Летость свыше 105 тысяч, сёлета запланировано у 200 крыху меньше к 95 тысяч метров. Люди заинтересованы в том, чтобы на сегодняшний день построить жилье ниже рынка. То есть мы идем ниже рыночной стоимости. Специально у нас как бы, экономическая программа так сформирована, чтобы у человека был интерес вкладывать свои деньги именно с нами, да, инвестировать в новое долевое строительство. Поэтому мы даем, скажем так, скидку, дисконт относительно рыночной цены в этом микрорайоне. И те люди, которые заинтересованы в том, чтобы приобрести жилье, они готовы строить его с нами, вместо того, чтобы приобретать его на вторичном рынке. Что тычется другосного рынка, то за последний тыдень лютого средний кошт квартир, которые пропонуются до продажу, снизился на 1% и склал амаль 15 миллионов за квадратный метр. Усяго за первые 2 месяца года на другосном рынке областного центра заключили свыше 1000 сделок. Наибольшую колькость у микрорайонах Шведская Горка, Аэродром, Мастишча, Мельников, Лухсельмаш и фестивальным. До речи, самыми популярными являются квартиры в домах 1960-1989 годов побудовы, а так само у новобудовлях. У них, до речи, и самый высокий кошт квадратного метра – от 12 до 17 миллионов рублей. Марина Северьянова, Валерий Хапанько, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня день народжения означает белорусская милиция. 99 годов истории и еще больше перемог у справе за обеспечение обороны и безопасности населения. На Гомельщине первые отряды милиции появились у соковику 1917-го. С того момента во все, у тем лику и самые непростые для краины часы, вартовники парадку змагались за безопасность людей. Причем робили это, выконываючи не только свои прямые профессийные обовязки. Так, у годы Великой Айчинной войны яны удельничали у оборонных боях за областный центр, а у конце 80-х змагались с наступствами аварий на Чернобыльской АЭС. Сегодня узнагородой за самоданную працу для их заявляется рост доверу насельництва. До речи, становчая отзнака жихаров в области мае свои причины. У минулым годе ни по одним из накерунков деятельности милиции Гомельщины не зафиксованы рост злочинности. А кроме того, назирается снижение колькости рецидивных правопорушений. Я хочу поздравить весь личный состав наступившим нашим профессиональным праздником. Пожелать успехов, решения тех задач, которые стоят в целом. Низкий поклон, слова благодарности хочу сказать нашим ветеранам. Всем я хочу пожелать здоровья, благополучия, дабы и вы, граждане, знали, понимали, что тот порядок, который нужен нашей республике, мы сможем его обеспечить. А напередодні у середній школі номер 25 Гомеля відбулася спартакіяда, присвячена 99-й годовині створення міліції нашої країни. Організатором мероприємства виступило Гомельське обласне управління Департаменту охови Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь. Вероніка Ворошиліна з подробязностями. Спартакіяда розпочалася з традиційного урочистого відкриття. Серед удільників гэтага фізкультурно-оздоровленчого і одночасово тематично-забавляльного мероприємства – учні 8-х і 10-х класів правової накіраваності, а так само їх куратори, супрацовники Гомельського обласного управління Департамента охови Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь. Правові класи у Гомельській середній школі номер 25 з'явилися у вересні. Зараз у їх займаються більше як 50 учнів. З підлітками представники
працівники силових структур зустрікаються регулярно, бо приймають саме активну уділ у житті цих класів. Спочатку відкриття правових класів в нашій школі пройшов ряд совместних мероприятий з департаментом охорони. Це і концерт ко дню учителя, це концертне мероприятие ко дню защитника Отечества 23 февраля. Кожну неділю проходять совместне построєння наших ребят і сотрудниками департамента охорони. Ребята дуже активно, з удовольствием приймають участь во всіх мероприятиях. Спартакіяда, присвячена 99-й годовині створення міліції Білорусі, включила у себе шерох самих різних спортивних заданняў. Удельники эстафеты, а гэта зборные команды со школьников, супрацовников областного управления департамента аховы, демонстрировали у их спрыт, хуткость и силу. Здоровый образ жизни должны вести, в принципе, все люди, но особенно сотрудники органов внутренних дел. Мы своим примером хотим показать детям, как нужно становиться сильным, смелым, умелым. Бадай самым яскравым, запоминальным и цікавым моментом спартакіяды стала демонстрация кинологами особных приемов из учебной программы дрессировки. На вачах подлетков собака бездокорно выконывал разные команды, а коли это было необходимо, игноровал наумысные провокации, гуковые эффекты и физичный тиск. Дарэчы, вучни класса у правовой накерованности у будущем плануют связать свое житё с правоохранной деятельностью, а тому подобные совместные мероприемства школьников и супрацовников областного управления департамента аховы будут протягиваться и далее. Профилактичные лекции, семинары, занятки по спортивной подрыхтовке и самообороне. Усе яны накіраваны на то, каб продемонстрировать подлеткам сур'ёзность, складанность, отказность и разом с тем значность и необходимость для грамадства, профессии и правоохранников. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Шляхи взаимодействия мясовых выконавших уладов с первичными организациями БРСМ обмерковали на видеоселекторном посяджении в Гомельском областном выконавчем комитете. Уделу им приняли каля 2000 человек из усяго региона, у тым лику представники улады, предприемства и громадского объединения БРСМ. Увогуле, выники минулого года показали, насколько важная для молодых людей поддержка выконавчей улады. Так, у 2015-м, дякуючи Гомельскому облвыконкаму, удельники конкурсу «100 идей для Беларуси» отримали шанс на увасобление своих проектов у життё. 8 лепших конкурсантов с Гомельщины были узнагороджены грошовыми сертификатами. А кроме того, при содейничании облвыконкама для их были организованы сустречи с керовниками предприемствов и представниками бизнесу, якія зацікаўлены у реализации новых идей. Дарэчы, планы у представников Гомельского областного комитета БРСМ по их же словах довольно амбицийные. По-перше, захавать за собой звание лидера у республики. При этом у планах не просто подтримать досягнутые показчики, але и примножить их. У центральной частцы палацу Румянцевых Паскевича удзейнічае выстава израильского фотомастака Бориса Равича. Экспозиция стала своеасаблівым культурным знаком. Гэта перший вернісаж после отмены визового режима помеж Израилем и нашей краиной. У Гомель выстава приехала непосредственно с Национального исторического музея Республики Беларусь. «Моими вачыма» – такую назву отримала экспозиция, у якой представлена каля 60 работ. Борис Равич – репортер, журналист, майстер публицистичного и портретного фото, а так само лауреат шматликих премий, у тым лику международных. Творчасти Равича присвечена немало публикаций. На выставе у Гомеле представлены фотографии автора, якія он зрабіў у Израиле, Испании и Франции. Особливую увагу организаторы звертаются на фотосерию «Лаука». Раніца, днем, вечером камера фиксовала особы, характеры и прикметы побыту. Выстава «Моими вачыма» пропануе шмат сюжетов, связанных с культурой, с театрами, музыкой Израиля. Характерно, але израильский фотограф амаль николи не дае назву уласным работам. Яго галоўная мэта – примусить гледача поглядеть на речи «Яго вачыма». Сегодня в Жлобине отбудется 6-я гульня чвертьфинального супрацьстояння хоккейного клуба «Гомель» и жлобинского «Металлурга» у чемпионате Беларуси у экстралізе. За разлику серии дача 3 перемог 3-2 на корысть гамельчан. 5-й матч отбылся у Лядовым палаце областного центра. Интрига у гульни амаль зникла после первой половы основного часу. До середины другого периода гамельчане закинули у вороты гостей 4 шайбы. У третьем периоде стальные волки отказали однойчи. Однако свои вороты у недотыкальности не покинули. Однако лик 5-1 не адлюстровая атмосфера, якая была на пляцовце. Бескомпромиссная борьба за кожную шайбу, множество одиноборства, сутычек и зарад эмоций. Сталевым волкам необходимо сегодня обовязково перемагать, каб протягнуть борьбу за право сгулять у полуфинале. Гульня у Жлобини почнется у 19 годин. И на этом наш ранний выпуск завершены. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам пленного дня. До новых встреч в эфире.